специально вообще для вас, но вы пока сидите, потому что, ну что я сделаю, такое, я тут целевая аудитория. Вот. Дорогие друзья, спасибо, что пришли. Огромное спасибо всем, кто были с нами эти 5 дней. Это было очень круто, весело. Наш фестиваль создан и создавался для того, чтобы всем было весело. И те, кто любит театр, и те, кто его ненавидит. В общем, все, чтобы кайфанули. Я надеюсь, сегодняшний вечер вы кайфанете еще больше. Потому что у нас сегодня не просто закрытие фестиваля, у нас сегодня закрытие еще нашего 5-го театрального сезона. Об этом мы еще с вами много-много раз поговорим. Еще все будут... Крики, но пусть я иду, но ты не теряйся, боюсь, не найду. Прощай, моя девочка, сказки не будет. В бутылках дождя коварные джины. Суякова, мои сны — это чей-то наркоманский бред. Я хочу отдохнуть на рощице маковой. Дону самосады встретит рассвет. Вспышка слева, вспышка справа, тысячная смена против Минздрава. Вспышка справа, вспышка слева. И нет сил, способны остановить нас. Навсегда погружен в чары богини страсти и соль. Земная богиня в твоих руках. Ночь тебя курит, как сладостный бомб. Поставьте приветствую всех наших ребят.
ребята, ребята, они работают. Самуэла Леопольдовна! Вот она с гитарой! Она же концерт. Музыку играет! Вот, и у нас сегодня мы называем, собственно, екатеринбургского сказочника, здрасте, песенника, барда, знаменитого актера, артиста, все? Заслуженный артист Российской Федерации, тебе пониже на микрофон, Российской Федерации, и мы исполняем, собираем разные песенки. Песня «Дорожная». Локомотив стоит, шипит, пыхнет, дымит, да, мается. Мается. Проводница не улыбается. Не улыбаемся, девушка. Не улыбается. И колеса качают, и меня качает. И ребят пьют чай, и я просыпаюсь. На станции гусь хрустали. Моя верхняя полка справа. Я еду домой, друзья, и еду спокойно. Каждый вечер поет на мое окно. Капала мороженая, белая кровь. На колесах, как слезы, анимешные герои. Моя верхняя полка справа. Я еду домой, друзья, еду спокойно, я красава. Только в дороге есть смысл, только в дороге есть сильный мысль. Холодная, потная, тонкая, как поезда одеяло. Поезда. Алиса не лечила рак, прямая мысль с жёлтой. Алиса залетела в сентябре. Колесо, то не пропусти.
Самая сильная зима.
Вокально-инструментальный ансамбль имени Олега Я, город Нижний Буртас, Алабайской области, дворец культуры и досуга имени Вильчера Ушанина! Yeah.
Стой на мосту,
трубой. Я не помню, то не то, что приходит на тебя. Ты меня не то, что приходит на тебя. Ты такой серьезный, не могу смотреть в глаза. Время вот и после, и я с этой хотел сказать, что по очереди.
Ну не может ты молчать. Ой, 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 ой,